Арку возводят руководители близлежащих санаториев и дельфинария. Она будет уже второй. Первую открыли в проезде Золотого берега. Еще две в ближайшее время появятся в районе аквапарка «Тики-Так» и санатория «Жемчужина России». Всего же на Пионерском проспекте установят 15 подобных архитектурных сооружений. По словам предпринимателей, участие в таких проектах – дело чести для людей, которые любят Анапу и стараются сделать ее красивее и привлекательнее. Какая-то фишка всегда она была в нашем городе. Потом это все немножко затухло. Сейчас вот с приходом нового главы мы возрождаем. Вот рядом мой сосед Гуленко Александр Яковлевич, я Дмитров Александр Анатольевич, вот Акопян Юрий Мушегович напротив, видите его. Это все они дальше будут продолжать. Мы делаем свой проход, другие предприниматели дальше. Димоев Валерий тоже принимает здесь активное участие. Я вам скажу, предприниматели откликнулись на этот призыв о благоустройстве своего города, о приведении его к мировым стандартам, об улучшении его, о красоте его. Ну кто, как не мы? Конструкция капитальная. Толщина бетонного основания почти 1,5 метра. Саму арку облицуют декоративным кирпичом. Новая достопримечательность будет достигать 7 метров в высоту и более 9 метров в ширину. Если погода будет благоприятной, то строительство завершат к концу следующего месяца.